Увы, Армения возглавила список стран наибольшим уровнем антисемитизма. 32% граждан Армении. Вроде бы как немного, но в то же время и немало. Вторую и третью строчку, соответственно, занимают 23% и 22% Литва и Румыния. Что ж, хочу поздравить антисемитов Армении. В Ереване впервые открывается, уже, кстати говоря, открылось сегодня еврейское кафе, кошерное кафе, и оно находится на Баграмяна 25. По соседству с Баграмяна 26, где находится резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Добро пожаловать, искушайте еврейскую кухню, возможно, станете семитофилами. А если серьезно, то на самом деле очень прискорбно. Учитывая, что евреев в Армении считанное количество, а армянские евреи давно уже как растворились в армянах, в армянском народе. И это уже прискорбно вдвойне. Могу только поздравить турецкую пропаганду в победе в информационной войне по впитыванию в среде армян теории, что за геноцидом 1915 года стоят сионисты, но ни в коем случае не турки. Также хочу с этим поздравить некоторых армян, которые с удовольствием подхватили данную теорию и накладывают на нее целые истории, не имеющие под собой какую-либо серьезную почву. А, да, чуть не забыл. Опрос проводился в январе 2018 года, и здесь, естественно, учитывались мнения армян-переселенцев из Ближнего Востока, в частности, из Сирии, у которой проблемы с Израилем по ряду геополитических причин и, в частности, голландских высот, оккупированных Израилем в результате шестидневной войны 1967 года. Тем не менее, всем армянам, кто старается найти себе нового врага, и на этот раз в лице евреев, хотелось бы напомнить кое-чего. И начать вообще с истории армяно-еврейских отношений, которые берут истоки еще с тех пор, когда ни Османской империи в регионе не было, ни Азербайджана не было, да и вообще тюрок как таковых не было в регионе. О них слышали только путешественники, совершая свои походы, например, в Сибирь, на Алтай. А тем не менее, именно Турции и Азербайджану выгодны антиеврейские настроения в армянской среде. Ну и с политической точки зрения, конечно же, Ирану. Этой стране по объективным причинам, поэтому иранский вопрос рассматривать мы не станем. Итак, обойдем вниманием и те стародавние времена, когда при Тигране II сотни еврейских переселенцев были приглашены в Армению, и евреи, значит, нашли свое убежище именно в этой стране, в Армении, убегая от преследователей. Некоторые из них позже поселились в других странах, а некоторые со временем слились с армянским народом. Напомню, что семитские народы были соседями армян. Я имею в виду иудеев и ассирийцев, прочих еще семитских народов и племен. Семиты называли Армению страной Найри, а самих армян найритами. Это потому, что истоки священных для семитов рек Тигра и Евфрата находились в исторической Армении. Поэтому и Найри, что в переводе с иврита «нагар», арабского «нагр», ассирийского «нагир» означает «река». К тому же есть и у нас несколько выпусков, где я рассказывал об исторических переплетениях армян с семитскими народами, вплоть до заимствованных слов. Одним из показателей армяно-еврейских глубоких связей является и армянский квартал в Иерусалиме, городе священном как для самих иудеев, как христиан, так и мусульман. Напомню, что Иерусалим состоит всего из 4 кварталов – иудейского, христианского, мусульманского и армянского.
согласитесь, никто из некоренных народов современного Израиля не удостоен такой чести, кроме армян. Опять же, не будем углубляться глубоко в историю и рассмотрим, какая же такая черная кошка перебежала между армянами и евреями. А именно, что заставляет некоторых армян юдофобствовать? Конечно же, на первом месте это грамотная азербайджано-турецкая пропаганда. Туркам выгодно свалить вину за геноцид армян на сионистов и умыть руки от крови, а Азербайджану прикуп в лице Израиля, который взамен на углеводороды по особой цене снабжает Баку военной техникой. Израиль в силу его геополитического положения готов дружить хоть с чертом, если это выгодно стратегическим интересам этой страны. Это нормально. Ведь Армения в силу своих геостратегических интересов вполне взаимодействует с тем же Ираном, главным врагом Израиля. Поэтому сказ о том, что Израиль армянам не друг, потому что он друг Азербайджана, не работает. То же самое можно Израилю сказать об Армении. И у одной, и у другой страны свои интересы, и две страны, зажатые неприятелями, готовы стереть и Армению, и Израиль с лица земли. По сути, у этого государства, имеющих похожие исторические судьбы, те же проблемы и даже всегда были одни и те же враги. Только вдумайтесь, каждый юдофоб одновременно и армянофоб. Вспомним того же Гитлера, призвавшего убивать евреев и упомянувшего армян, мол, кто сейчас помнит об армянах. Вспомните самого цитируемого в Азербайджане черносотенца Величко, который был не только армянофобом, но и антисемитом и называл тех армян тоже семитами. Вспомните, в конце концов, современников в России, Максима Шевченко, Александра Дугина, Валерия Пякина, Гейдара Джемаля, Александра Проханова и прочих. Заметьте, все они одновременно являются и антисемитами, и армянофобами. Не в разброс, а именно одновременно. Для того, чтобы освободить Палестину, нужна прежде всего консолидация мусульман. Потому что сегодня мы видим, что даже те, кто воюет против Асада, не могут договориться друг с другом. И это прискорбное состояние в политическом исламе. Нужно сделать палестинскую тему центром политического ислама. Нужно сделать политический ислам центром протестного мировоззрения всех, включая немусульман, которые выступают против мирового порядка. Нужно организовать массовую поддержку подавляющего большинства человечества палестинскому делу. А освобождение это может осуществляться только военным путем. И я думаю, что не за горами начала большой войны, в ходе которой палестинский вопрос будет решен, и вопрос так называемого Израиля, в кавычках, сионистского образования, тоже будет решен окончательно. Уважаемый Гейдаджама, можно, но там вопрос не по Палестине. Недавно в интернете развивалась информация, что Карабах вернется в Азербайджан. Как вы оцените, это будет спокойно вернуться в Азербайджан или нет? Нет, это будет в результате большой войны. Это будет война непосредственно с Арменией, потому что воевать на узко взятом карабахском направлении бесперспективно. Удар надо наносить по армянскому образованию, которое не имеет права на существование в этом районе. Это была ошибка мусаватистов, которые по доброй воле предоставили армянам право занять Ереван, столицу Ереванского ханства. Их там никогда не было, они появились там в результате деятельности царского правительства и его ставленников, Паскевича Ереванского и Грибоедова, завозившего туда армян из Ирана и Турции. И, собственно говоря, абсолютно неправомерно, что эти люди находятся там и ведут войну против нас, а кроме того, бросают вызов другим
республикам бывшего Советского Союза, начиная с России, и тяжелая ситуация на Украине – это не последняя очередь составная часть следствия интриги армян, которые поставили перед собой задачу усилить свои позиции в Крыму, в Краснодаре, на черноземных плодородных землях юга России. И расчленение Украины также входит в их задачу. Так какое же отношение имеют евреи к геноциду армян и имеют ли вообще? Имеют. Самое прямое. Ибо когда турки убивали, евреи были в это время основными глашатаями происходящего у восточных границ османского государства, трещавшего по швам. Стоит напомнить того же американского посла в Турции Генри Моргентау, этнического еврея, первым осудившим этнические чистки в Турции, известившего мир о массовом истреблении армян. Тогда, как та же, например, Германия и ряд европейских христианских стран старались закрыть глаза на происходящее, еврей Моргентау собирал документы по массовому уничтожению армян и проводил встречи с турецкими политическими деятелями. Большая часть архивных документов собрана именно благодаря Моргентау. Стоит напомнить и о еврее Франце Верфеле, написавшем знаменитый роман «40 дней Мусадага», ставший классикой мировой литературы и первым литературным произведением на тему геноцида армян. Не мешало бы вспомнить и юриста этнического еврея Рафаэля Лемкина, с которого и началось юридическое определение армянской трагедии под термином «геноцид». In this genocide. Became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action. Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted unanimously by the United Nations General Assembly in Paris on December 9th. Что касается сионистов, то они не только не прикладывали руку к геноциду армян, понтийских, греков, ассирийцев, малакан русских, езидов, но и вовсе вели сепаратистские переговоры с армянскими представителями о разделе Османской империи в Лондоне. Со стороны армян в этих переговорах участвовал этнический армянин Малкулм и Назарбекян. Пожалуй, один из сионистов, который интересы сионизма считал выше армянского вопроса, это был Теодор Герцль. Но и тут с ним многие были не согласны, из-за чего сионисты даже какое-то время находились в конфронтации. Сионисты понимали, что только вкупе с коренными народами Османской империи можно занять Палестину и создать там еврейское государство. Кстати, это же и понимали члены сионистской разведгруппы НИЛИ, которые стали свидетелями геноцида, сделали десятки кадров убиенных детей и женщин близ Дейр-Зора и вместе со снимками тайно отправили во Францию записи о происходящих событиях. О планах сионистов знали и турки, поэтому во время визита в Палестину Джемали Паши и Талаата Паши они высказали: «Берегитесь, сионисты, если вы посмеете пойти против нашей воли, мы сделаем с вами то же самое, что сделали с армянами». Об этом написано в книге одного из руководителей Ишува в период Первой мировой войны Мейера Дезингофа «С Тель-Авивом в изгнании», изданный в 1931 году. Как отмечалось выше, у еврейского и армянского народа схожие судьбы. И на заре своей новейшей истории Израилю во многом также помогала Алия, как нынче помогает Армении Спюрк. Армении во многом необходим израильский опыт. Нам нужно взаимодействовать, а не играть под дудочку азеро-турецкой пропаганды. Армяно-израильское сотрудничество невыгодно многим. Азербайджану и Турции по своим пропагандистским причинам. Ирану по геополитическим причинам.
Ливану и Сирии по личным мотивам, так как армяне в этой стране тесны с Хизбуллой, хоть и не являются ее активными членами. И всюду огромная масса информационных выбросов, чтобы не дать возможность сблизиться Армении и Израилю. И выбросы не только из Турции и Азербайджана, вплоть до фейковых. К примеру, несколько лет назад были переведены на армянский и русский языки книга ливанского историка Марвана Бухаири «Теодор Герцль и армянский вопрос», который тоже пытается наступить на больную для армян пятку по геноциду и представить сионистов чуть ли не главными виновниками этого величайшего злодеяния в начале 20 века. Также среди армян хорошо распространилась информация о некоем тайном сообществе Дёнме, что в переводе с турецкого «отступник». Некоторые армяне уверены, что турецкий триумвират состоял из Дёнме. И тут необходимо прояснить. Во-первых, Дёнме – это каббалистическая секта, вышедшая из иудаизма и принявшая ислам вместе с основателями этой секты Шабтаем Цви, Берахием Руссо и другими. А где вы видели евреев-мусульман? Еврей – это не только национальность, но и этнорелигиозная группа. Можно стать евреем, но еврей перестает быть евреем, приняв христианство и тем более ислам. Во-вторых, всем нам хорошо известен этнический компот Энвера, Талаата и Джемаля. Среди их предков не было евреев, но были Дёнме. Как же так, спросите вы? Объясняю в очередной раз. В каббалистическом смысле Дёнме давно нет в Турции. Но остался сам термин «дёнме» как «отступник». И таковых называют всех тех, чьи предки не были этническими мусульманами, но приняли при этом ислам, якобы добровольно. А таковые были и предки упомянутого турецкого триумвирата, которые были и славянами, и греками, и болгарами, и прочими, и армянами. Также Дёнме немало нынче в Западной Армении, среди армян. В интернете есть запись таковых армян, называющих себя армянскими Дёнме. Дёнме. Հարյաններն են դեռ։ Ենա իսլամացածներին դոնմե են ասում։ Իրանք Թուրքերեն դոնմե նշանակում է հավատապող։ Ինչ ակի քեդակ ու կան քեդնան քնեջի բային, թերագրանիսկի մագին, դոնմե խոզեջի բային։ Правда, переводчик, сидящий рядом с бабушкой, пояснил изначально, кто такие дёнме, то есть тоже упомянул евреев, но бабушка четко назвала себя армянской дёнме. То есть армянка, которая приняла ислам. В заключение хотелось бы еще раз призвать соотечественников к рациональному мышлению. Не нужно озвучивать мысли врагов и потакать онными. Ибо озвучивая их идеи, вы и сами автоматически становитесь врагом Армении. Враг не дремлет, он спит и видит одинокую Армению без друзей и союзников, чтобы обглодать ее. Армения мала, армян мало. Армения способна справиться с любым врагом один на один. Даже если она будет слабее, даже если у нее закончатся силы, даже если у нее закончится военная какая-либо техника, они все погибнут, но не сдадутся. Такова участь армян. Но только если один на один. Но Армения не против коалиции. Без коалиции ей не выжить. В условиях информационной войны нужно быть готовым к провокациям и не вестись на них. И не нужно каждый раз повторять словно мантру «Израиль не признает геноцид армян». Не признает правительство, кнессет, а не народ. И не признает, опять же, по своим геополитическим причинам. Но даже и в правительстве, и кнессете есть немало людей, которые призывают к признанию.
Только чего это даст армянам? Ровным счетом ничего, абсолютно. А Армения не признает Арцах. И что теперь? И тоже по политическим причинам. Ведь никому в голову не приходит обидеться на Армению, так? Важны дела, а не пустые признания. К примеру, Армянский национальный комитет Америки уже десятки лет сотрудничает с еврейскими общинными комитетами США и способствует в обоюдном лоббировании интересов в определенных штатах. В Калифорнии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Джорджии, штатах, где наиболее сильно армянское лобби, последние способствуют продвижению еврейских интересов. И наоборот, в штатах, где наиболее влиятельно еврейское лобби, продвигаются армянские вопросы. Благодаря такому сотрудничеству 48 штатов из 50 признали геноцид армян. Также напомню, что НКР признан 7 штатами США: Калифорнией, Луизианой, Джорджией, Мэном, Гавайями, Массачусетсом и Род-Айлендом. Из них 3, Луизиана, Гавайи, Мэн, признаны с помощью еврейского лобби. Это так, между прочим. А в Ростове-на-Дону расположен огромный мемориальный комплекс жертвам Холокоста. Создателями его являются армяне. В 1973 году ростовскому скульптору, армянину Николаю Аведикову, пришла идея создания мемориального комплекса евреям-жертвам Холокоста. Комплекс решили соорудить в Змеевской балке, где 5-6 августа 1942 года немцы вырыли огромную яму, у которой производился расстрел свыше 1000 евреев, среди которых была и известный психоаналитик, подруга Зигмунда Фрейда, Сабина Шпинрайн. Николай Аведиков поручил возглавить проект главному архитектору Ростова-на-Дону, тогдашнего Ростова, Наральду Нарсисянцу. А авторами монумента стали как сам Николай Аведиков, так и другой архитектор Рубен Мурадян, недавно, к сожалению, скончавшийся. В современном мире нужно наживать не врагов, а друзей. И чем больше мы будем наживать врагов, тем больше достанется друзей нашим врагам.